Доброго времени суток, с вами мистер Бро, и мы сегодня поиграем в Neverwinter Online. Это из серии Dungeon Dragons. Да, это типа про данжи. Так, я поставил уже настройки на максимум, как вы видите, все выставил на максимум, посмотрим, как картинка будет. Надеюсь, не будет сильно лагать. Новый персонаж. О, заставочки, давайте посмотрим. И шли они на войну с топорами, и в ромашке умирали. И тут тёлка красивая, в короне. Увидела замок неписанной красоты. И превратилась она жалкую старую коргу. И прилетели драконы, и разверзлись небеса, и воины вступили в бой, и даже воры с копьем, да. И негр из щита появился, да. Какой-то черт с хвостом. Да. Дракон похож из Warcraft 3 ледяного, да нежно. Лучшего. По мордам прям кулаком в нежить, прям жесть. А, ну что, неплохо. Отвлеки его. Клирик, за мной. Перевели неплохо. Я на Европе играл, достиг там 28-го или 29-го. Воином двухручником. Ничем делом. Неплохо так, мне понравилось. Но мне тяжело было без русского перевода, как бы играть там очень все на интернете. А вот этот тип был в этом, как это называется, а потом скажу, забыл. Смешной бой, а. Как она может вообще отбивать такой меч от него? Да просто типов раскидывал такими мечами. Поцелуй ее, поцелуй! А, вырвалась. Ну, все, давай, изнасилуй ее. Отруби голову и изнасилуй. И эти типы тоже хотят этого. Иди ко мне. Под жаркой запах. Вот как-то наигранно она сказала. Что за цвет Силона? О, и щита тип разозлился. Вот он в старости. Подожгли. Лекарь верил до последнего. Да, ему пику возьму. Живучига. Кто меня хотел изнасиловать, а? Нанна. Еще уродливее стало. Че, человек? Я хочу, я тогда играл воином, вот этот раз тут новое появилось. Солнечный эльф. Полуэльф. Да. Не, давайте будем, не знаю, маги больше. За человека поиграем.
Но мордой-то типок не вышел. Да и это не то же. Продолжить. Скоро в игре. Да-да. Я хочу. А может... То есть я хочу лучником... Эльф. Клоук это... Полуэльф. Тоже больше. Да, лучше эльфом, а с лучником. Во, смотрится даже по-другому. Ловкость, видите, бонус плюс 2. 19. Давайте играть. О, можно 20-ку сделать. Не, зачем мне это? А, ну это само собой идет. Вот такой расклад сделаем. Принять. Так, теперь морду лица. Морду лица. Настроить. Да, цвет лица длинный. Ладно, настрой персонажа, продолжим. Итак, я настроил персонажа. Теперь выберем, что там. Это вообще что-нибудь дает? Ну, давайте. Давайте темпус поставим. Охотник на монстров. Продолжить. Вот наша эльфичка. Имя персонажа. Аленсен попробуем. Уровень 1 получен. Давай, грузи. Ужас, что это было? Эй, все в норме? Эй, ты в порядке? Наверное. Перемещайся, используя клавиши WASD. WASD. Нет, WSID. Так. Ой, все мелкие так. Настройки. Интерфейс. Давайте так сделаем. А, так, не хупчат. Размер шрифта. Давайте побольше поставим. Пойдем. А, так. Размер.
размер интерфейса. Размер интерфейса. Ой. 1.5. Слишком здорово. 1.35. Так, более-менее. Потом еще поднастроим. Подойди к рядовому Уилфреду. Когда окажешься рядом, нажми F, чтобы поговорить с ним. Рядовой Уилфред. Слава богам! Когда я ищу увидел, приключения и богатства. Могу пообещать тебе и странствия, и приключения. Что же касается богатств, это зависит от тебя. Как все видишь, Невервинтер атакует. Некромант Валиндра бросила на город свои легионы нежити. Для начинающего странника это создает множество возможностей разбогатеть. Обыщи обломки корабля на берегу и найди свои вещи. Без оружия сейчас ходить опасно. Когда закончишь, поднимайся в лагерь на вершине холма. У них там разведен жаркий костер. Тебе станет лучше, когда обсохнешь. Спасибо, так и сделаем. Дорожка задачи ведет тебя к текущей цели. Ты можешь включить или отключить ее. Точно, маршрута отмечают цели твоей задачи на карте. Черт. Ничего меня... И пятый уровень С. Да. О, побежали. Такая худая эльфика. Ни оружия, ничего нет. Нажми F для взаимодействия с персонажами и объектами. Лазу какой-то. Лазутчик, наверное, лазит. Взять. Так. Клинок взять. И... взять. Нажми клавишу I, чтобы открыть инвентарь. Дважды щелкни по предмету, чтобы добавить его в экипировку. Угу. Ай. Готово. Смотрите, как экипировались. Проводник задач показывает цели текущей задачи. Угу. Так. Пойдем выполнять задачу. Не из простых. Или простых. Не знаю. Лагерный костер — это зона отдыха, где герой может вылечиться, если не ведет бой. Ага. Лечи меня, костер. Так вылечиться надо убедить с лейтенант Линклето. Вот так встреча. Как будто ты меня знаешь. Призраки жизни выпали. Я рад, что хоть кто-то выжил после нападения на корабль. Когда наберешься сил, поговори со мной еще раз. Боюсь, мне не обойтись без твоей помощи. Решить задачу. Мы остановили основные силы Валиндры, но битва еще далека от завершения. Поле боя кишит безмозглыми мертвяками, которые потеряли в схватке своих хозяев. Ну, как обычно. А что еще хуже? Враги воскрешают наших собственных мертвецов и обращают их против нас. Вот суки. Послушница Нейман проводит ритуал Келембара, который должен упокоить недавно умерших. Но нежить наверняка попытается помешать нам это сделать. Я останусь здесь и буду охранять Нейман, пока она не закончит ритуал. А тебя я прошу обыскать поле битвы и отправить сюда всех раненых, которых ты найдешь. Когда закончишь с ранеными, отправляйся в лагерь Дела Маккорта и расскажи ему, что у нас происходит. Окей, лейтенант Пупкин. Я хочу. Щелкни левой кнопкой, чтобы применить повторный выстрел. Ага.
появилась. Хрена, ништячок вообще. Реально, что я лучше придем. Да, мне их надо. Голову можно взять. Хорошо, что ты здесь. Да не говори, так бы ты умер. Помогите! 100-500 и раз. Нужен клевер! Нужен клевер или ветер? Я так не понимаю. Осторожнее там! Дальше. Зомбяка. Зомбяка, бяка, бяка. А эти стрелы отстают. А, ну все, я походу выполнил. Раз, раз, и готово. Я замечал, кстати, в начале почему-то опыта не дают. Да это дали. Нам повезло, что мы сумели оттеснить войско Валиндры. Удалось получить за новый уровень. Время от времени в нем также отображаются важные задачи. Спасибо за помощь раненым. Здесь бродит столько нежити, что долго бы они не протянули. Я постараюсь как можно скорее отправить подкрепление и медицинские припасы Линклета. К сожалению, у нас здесь хватает своих забот. Сломанная стрела. У меня есть не самая приятная задача. Мы смогли остановить основные силы Валиндры. Но ее союзники, красные волшебники, все еще насылают на нас нежить. Рядовой Хатидон и его лучники сдерживают их, но у них кончаются боеприпасы. Обыщи поле битвы и собери стрелы из мертвых тел, а затем отнеси их Хатидону. Вот гады, блин, сэкономили, а мне таскать. Так. Ничего не качать. А, пока ничего. Просто. Я так просто не могу стрелять. Щелкни правой кнопкой, чтобы применить разделенный выстрел. Щелк. О, нифига себе. Тут-то понимаю. Может прицельно вот так уберешь. Хоп, сфокусировал. Бах. Нету типса. Нету. А в толстых ты как ништяк, да? Я промажу. Хороший лук, все будет в ажуре. Так, все, я стрелы собрал. Дальше. Просто лети, персонаж прыгает, что радует. А вот в целом. Дальше. А где эти бочки? Бочки, а на самом деле не бочки. Нужно прогнать волшебников. Рядовой Хатидон. Спасибо за помощь. Красные волшебники еще здесь. Но теперь, по крайней мере, они не будут высовываться. Ага. Дальше, да.
мост спящих драконов. Нежить снова атакует Невервинтер. Орды нежити лезут из замка Невер и штурмуют мост спящего дракона. Если они займут мост, то смогут попасть в самое сердце города. Протекторат. Мне нужно разобраться с красными волшебниками. Пожалуйста, ступай к мосту и помоги его защитникам. Перебей солдат нежити у ворот на севере, чтобы их не опасно было открывать. Затем поговори с рядовым Уилфридом. Он проведет тебя в город и покажет дорогу к мосту. А я будь осторожен. Эти мертвецы отличаются особенной свирепостью. Да придаст тебе сил Темпус. Клавиша Q активирует побег мародера. Резко отступишь, ускользая от врагов. О, ништяк. Вообще ништяк. Видели, как я? Я обратно. Я истинный лучник. Давай сфокусируем. На. О, можно просто фигачить и нажимать. Так. На. На. Кого убить? На! 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 Легкотня! Вам не мечником играть, да? Может потом посложнее будет? Привет! Привет. Выглядишь куда лучше, чем когда тебя на берег выбросило. Конечно, выбросило. Помылся, побрился. Говорил же, что полезно будет погреться у костра. Мама мне все время твердит. Теплая одежда и сердце греет. Да. Тебе удалось неплохо прорядить отряд скелетов. Теперь можно пройти через ворота без опаски. Линклета просил тебе целительных зелий отсыпать. Вот, пригодятся на мосту. Спасибо, спасибо, мы побежали. Ладно, с вами был мистер Бром и рядовой Уилфрид. Мы играли в Neverwinter Online. Это была первая серия. Она мне очень понравилась. Лучник мне очень понравился. И встретимся в следующем эпизоде.